За полночь я позвоню тебе, когда захочется поговорить. В какой-то радости и, не дай бог, в беде, я так привык уже сюда звонить. Когда не сходятся у жизни линии, мы остро чувствуем, что не одни. Хоть из Челябинска, хоть из Сардинии, я появлюсь к тебе, ты позвони. Дружба — это круглосуточно, хоть пожар, хоть урожай. Это чувство нерассудочно, одевайся, приезжай. А наши женщины, хоть и красавицы, они упреками сведут с ума. Но мушкетеров это не касается, нас консультировал старик Дюма, что дружба — это круглосуточно, хоть пожар, хоть урожай. Это чувство нерассудочно, одевайся, приезжай. И дай нам, Господи, пожить, друзья мои, без революции и без войны. И чтобы в жизни с горками и с ямами друг другу были мы всегда верны. Дружба — это круглосуточно, хоть пожар, хоть урожай. Чувство нерассудочно, одевайся, приезжай. Дружба — это круглосуточно, хоть пожар, хоть урожай. Это чувство нерассудочно, одевайся, приезжай.